Давайте-ка я поставлю это куда-нибудь. Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня я решила снять для вас видео, в котором я покажу и расскажу вам немного о том, как проходит мой обычный осенний вечер. Я, на самом деле, только что пришла из университета, и по пути домой я решила, почему бы не снять для вас видео, в котором я просто покажу вам, как проходит мой обычный вечер. Так что... Первое, что я сделала, это я переоденусь в свою пижаму, так что 2 секунды, вот и она. На самом деле у меня сейчас достаточно холодно в комнате, поэтому поверх своей пижамы я одеваю еще и худи, просто чтобы мне было теплее. Первое, что я делаю, когда я прихожу домой, это я смываю свою косметику и умываю свое лицо. Чем мы сейчас займемся? Заберу свои волосы наверх. Первый этап моего вечернего ухода за кожей – это снятие косметики. Для этого я использую вот такие вот ватные диски обычные и мицеллярку от Bioderma. Моментально становлюсь моложе на 10 лет. Так, косметику я смыла. Дальше следующее, что я делаю, это я умываю свое лицо. Для этого я использую умывалку от фирмы Dr. Jart. Как видите, она у меня уже почти заканчивается, но вроде того что-то еще есть. Все, что я делаю, это я выдавливаю ее остатки и просто как бы умываю ей лицо. После того, как я вот так вот ее нанесла, я добавлю чуть воды, чтобы вспенить ее еще больше. И все это счастье смою. Дальше, для того, чтобы высушить свое лицо, я использую вот такие вот одноразовые бумажные салфетки. Я об этом рассказывала в видео, когда я снимала свою утреннюю рутину. Это мне посоветовала делать моя косметолог для того, чтобы не распространять инфекцию, не инфекцию, а бактерии от прыщей по всему лицу. Поэтому вместо того, чтобы использовать одно и то же полотенце для лица, я просто использую вот такие салфетки и их выкидываю. Дальше, следующее, что я наношу, это тоник. Я использую тоник, который, опять же, мне посоветовала моя косметолог. Он от компании BDR. Профессиональный тоник, который у меня заканчивается уже. Пшикнула пару раз, опять же, на диск. И теперь я пройдусь тоником по своему лицу. Следующее, что я делаю, это я увлажняю свое лицо. Я относительно недавно купила крем, просто потому что мне очень понравилась его упаковка. Потом я посмотрела, естественно, на все отзывы про него, они оказались хорошими. И теперь это реально один из самых моих любимых увлажняющих кремов. Он от компании Pharmacy через F. И он называется Honey Drop Lightweight Moisturizer. Я беру немного крема, наношу его на лицо. Я знаю, что так неправильно делать, но я это делаю так. Дальше я сразу ее помою. Мне нравится этот крем тем, что он очень легкий, он очень вкусно пахнет медом, и он очень хорошо увлажняет кожу, при этом он натуральный, поэтому не забивает там никакие поры. Вот, с уходом за кожей все. Следующее, что я сделаю, это я пойду и заварю себе чай. Так что вот, пойдемте на кухню. Я на самом деле завариваю себе на ночь очень прикольный такой чай, который продается только в России, насколько я знаю. По крайней мере, я его покупаю там. Это гречишный чай. Я его купила в Азбуке Вкуса в Москве. Я не знаю, если он на самом деле полезный или это одна из таких вещей, которые как бы просто хорошо рекламируется. Но он очень вкусный и мне он безумно нравится. Упаковка пишет, что это гречишный чай, который хорош для детокса, он без ГМО, он органический и он без кофеина. Ну, тут как бы целый параграф его полезных свойств. Я сейчас вам его покажу, если вы хотите, можете просто остановить кадр и прочитать. Для того, чтобы заваривать, надо взять просто чайную ложку. Не могу сказать, что он как-то сильно эстетично выглядит. Поэтому берем просто одну чайную ложку. И этой чайной ложки, кстати, хватает не на одну, а даже на две чашки чая. Да, так что просто заливаю его теперь кипятком. И мой чай готов. Я переместилась уже за свою парту. И следующее, что я делаю обычно каждый вечер, это я составляю список вещей, которые мне нужно сделать на следующий день. Так что сейчас я попробую вспомнить все, что мне нужно завтра сделать, и запишу все эти вещи на завтра.
Дальше, когда я распределила уже, что я буду завтра делать, я расслабляюсь, беру свой чай, ложусь в кровать, и поскольку у меня в моей новой студии есть телевизор, на котором есть Netflix, я просто ложусь, включаю светлячков, и обычно смотрю какой-нибудь либо фильм, либо сериал. Приблизительно вот так проходят все мои вечера. И я вечер просто уделяю себе, я отдыхаю. Сейчас я дописываю чай, посмотрю немножко Big Bang Theory. После чего я пойду, почищу зубы и вернусь к кровати, пойду уже спать. Ну а на этом, наверное, на сегодня у меня все. Спасибо большое, что смотрите мои видео. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если это так, то обязательно ставьте мне пальцы вверх. А также не забывайте писать комментарии под этим видео по поводу этого или следующих видео, которые вы хотели бы, чтобы я для вас сняла. Я вас обожаю. Целую. Пока.